Хочу сказать, что подготовлена также концепция еще одной союзной программы, которая называется, ну, в сокращенном варианте, это геологоразведка, недра и природопользование, где как раз, ну, Белнигри тогда, сейчас этот институт входит в состав НПЦ, и Российский университет геологоразведочный подготовили концепцию этой программы сотрудничества в области изучения и разработки недр. Она прошла, ну, соответствующие структуры союзного государства, на согласовании сейчас находится, в том числе вот и в агентстве по недропользованию Российской Федерации. Там также предполагается усиление сотрудничества во всех названных направлениях. Это и подземные воды, это и разработка, ну, предложения по разработке месторождений и даже рудных полезных ископаемых, хоть некоторые у нас тут еще не разрабатываются. И вот эта концепция, она также должна вот объединить усилия белорусских и российских геологов. Еще хотел отметить, что сотрудничество развивается в области утверждения запасов и экономической оценки, ну, недр, скажем, да. Россияне уже тоже продвинулись в этом вопросе далеко, и сейчас происходит адаптация, скажем, тех норм, которые были приняты в Советском Союзе, к европейскому или же к всемирному законодательству, как Владимир Владимирович говорил, это необходимо для привлечения инвесторов. Это еще одно из направлений, которое будет развиваться, и вот НПЦ по геологии вступил, есть сейчас организация в России, это Национальное агентство по экономической оценке недр. Вот, поэтому вот в этом направлении экономика, скажем так, минерального сырья, также будет развиваться сотрудничество, и, как нам кажется, это будет возможность выхода и белорусских, скажем, специалистов и ученых на российский, скажем так, рынок в отношении экспертизы, участия в оценке запасов и так далее. Ну и еще одно из направлений, которое развивается, тоже подана соответствующая заявка в программы, ну, уже не только союзного государства, но и более широкого, там, значит, таможенного вот этого пространства, да, о котором мы говорим. Это программа, связанная с изучением и ликвидацией последствий вот загрязнения территорий нефтепродуктами. Это также очень актуальная задача, которая стоит, ну, вот перед Белоруссией, Россией, Украиной в первую очередь. Если Украина сейчас действительно ситуация непростая, это может быть еще и Казахстан. Вот это направление геохимическое и предложение по ликвидации вот последствий загрязнения тоже одна из актуальных задач, которая стоит перед учеными различных стран.